Музыкального колледжа Днепропетровской академии музыки имени Михаила Глинки, художественный руководитель и дирижер Рима Литвиненко. Добрый вечер. Кинематограф уже давно стал частью нашего с вами мира, потому как фильмы любят люди любых возрастов, в любой точке нашего земного шара. И сегодня в каждой стране есть свои киностудии, режиссеры, которые снимают порой иногда более 100 фильмов в год. И над любой кинокартиной работает огромное количество профессионалов, начиная от гримеров и заканчивая продюсерами и режиссерами. Но свою особую функцию выполняет композитор, потому как именно композитор имеет в своем репертуаре те тонкие музыкальные средства, которые помогают нам, зрителям, переживать главным героем и следить за сюжетом фильма. Еще на заре кинематографа
Фильмы сопровождала музыка, потому как там играли топеры или приглашался оркестр, и даже иногда использовался хор. Но в 1927 году произошло крупное событие, потому как на экраны американских кинотеатров вышел первый звуковой фильм, который буквально ознаменовал новую эпоху в музыке в кино. И с этого времени к жанру музыки в кино обращается огромное количество самых известных композиторов 20 века. Среди них и Джордж Гершвин, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Филипп Гласс, Нина Рота и многие-многие другие. И большое количество саундтреков неотделимы от тех кадров, для которых они были написаны. Но порой бывает, случается так, что музыка настолько яркая и интересная, что превращается в самостоятельное музыкальное произведение. Следующей композицией, которую мы услышим, будет музыка Роберта Фолка, выпускника Джульярдской школы в Нью-Йорке. В его творческой биографии большое количество разнообразных жанров. Это и симфония, и хоровая музыка, и балет. Но самую большую популярность приобрели его композиции для голливудских комедий. Именно из-за своего яркого мелодизма и красочной блестящей оркестровки. Роберт Фолк. Марш из кинофильма «Полицейская академия».
«Настоящий титан» саундтрек, потому как он написал музыку к таким известным голливудским кинолентам, как «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», целой киноэпопеи «Звездные войны» и «Гарри Поттер». Безупречное владение оркестром, умение создавать яркие, запоминающиеся певучие мелодии – все эти достижения были отмечены всевозможными наградами, среди которых 5 премий «Оскар». Фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел впервые на экране в 2001 году и познакомил широкого зрителя со сказочным миром Джоан Роулинг. И очень важную роль погружения зрителя в этот фантастический мир сыграла музыка Джона Уильямса. Джон Уильямс. Музыка к кинофильму «Гарри Поттер и философский камень». Thank you.
Космос. Последний рубеж. Это путешествие звездолета Энтерпрайз. Его пятилетняя миссия — исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, куда не ступала нога человека. Так, именно с этих слов начиналась каждая серия классического сериала «Star Trek», который впервые вышел на экраны в 1966 году и положил начало целой киновселенной. Яркие персонажи, стилистика научной фантастики и даже придуманный специально для сериала особенный язык — клингонский. Поэтому неудивительно, что эта вселенная не сходит с экранов до наших дней. Кинофильму 2009 года музыку написал Майкл Джиакино, который являлся фанатом сериала с самого детства и признавался, что ему было трудно работать над музыкой, потому как он боялся что-либо испортить. Но, сохранив оригинальную тему Александра Куража, он смог создать яркую и самобытную музыку. Майкл Джиакино. Музыка кинофильму «Star Trek». Thank you.
создавая огромную киноэпопею «Властелин колец», режиссер Питер Джексон отснял в общей сумме более 12 часов видеоматериала. Это потребовало от композитора Говарда Шора таких же объемов работы. Музыка, которую он написал, включает в себя 110 различных лейтмотивов, которые изображают персонажей и культуру, и их характер. Таких масштабов киномузыка еще не знала. Критики назвали эту работу самым величайшим достижением в истории саундтреков. Говард Шор. Музыка к кинофильму «Властелин колец». Thank you.
композитор Рамин Джавади начинал свою работу как ассистент Ханса Циммера и многому научился у своего наставника. Первыми его успехами была музыка к кинофильму «Железный человек», который вышел в мае 2008 года. За свою работу он получил номинацию на премию Грэмми в категории «Лучший саундтрек». Но настоящим прорывом стала работа Рамина с телекомпанией HBO и саундтреком к сериалу «Игра престолов». Вдохновившись заставкой к сериалу, он создал одну из самых запоминающихся мелодий современности. Рамин Джавади. Музыка к сериалу «Игра престолов». Невозможно себе представить такие фильмы, как «Крестный отец», «Репетиция оркестра» и многие-многие другие. Вундеркинд, который написал свою первую ораторию в 12 лет, Нино Рота быстро утвердил свое имя среди итальянских композиторов 20 века. Увлекшись кино, он стал сотрудничать с самыми известными кинорежиссерами своего времени, такими как Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола, Франко Зеффирелли. И среди его наград множество премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». И также множество других. Нино Рота. Попурри на темы из кинофильмов «Война и мир», «Рокко и его братья», «Ромео и Джульетта», «Крестный отец», «Сладкая жизнь» и другие.
яркий анимационный фильм «Суперсемейка», который вышел на экране, в 2004 году, потребовал столь же яркого музыкального сопровождения. Этот мультфильм не только получил большое количество наград в номинации «Лучший анимационный фильм», но и принес престижную награду Грэмми автору ее музыки. И в завершении нашего концерта Майкл Джиакино. Музыка к анимационному фильму «Суперсемейка». Thank you.
любите музыку и любите кино. До новых встреч!